Поздравляю с успешным окончанием средней школы, леди. Ау. А что касается тебя, Мелани, вот подарок от нас всех. Смотри под ноги, дорогуша. Ой, ой, ой! Это было так унизительно. Приветики. Фу, гадость. Нужно срочно что-то менять. Вот только ума не приложу. С чего бы начать? О, бьюти-шпаргалка. Очень кстати. Душ? Ну и зачем? Впрочем, стоит попробовать. Никуда не годится. Эй, ты что, подглядываешь? Идея. Опля, другое дело. Это не понадобится. Я чувствую небывалую свежесть. Ой, мамочки, ну и как же убрать все эти ужасные прыщи? Отличная туса, ребята. О, да, это точно. Здесь поможет только проверенное средство. Вакуумный очиститель пор. Вперед, навстречу к чистой коже. Всем салют. Вы меня ждали? Иди-ка сюда. Вкусняшка. Ой-ой, я ничего не вижу. Нет, кажется, я сломала эту штуковину. Что? Нет-нет-нет. Ого, еще один бьюти-гаджет. Выглядит весьма внушительно. Посмотрим его в деле. Эй, вы! Сдавайтесь, пока не поздно. Ребята, разберитесь с этими двумя. Мы вас предупреждали. Давай, Пикачу. О, нет. Подержи-ка мой молот. Пика-пика, победа. А электричество сработало? И откуда здесь столько грязи? Непорядок. Пожалуй, я все же почищу зубы. Мне нужны щетка и паста. Отличное начало. Обожаю мятный вкус. Ну-с. Приступим. Кажется, у меня неплохо получается. А знаешь, я уже одно целое со всей этой флорой. Привет, ребята. Давненько не виделись. Сейчас я хорошенько вас вычищу. Класс! Мне так даже больше нравится. Какие милые листочки. А ну, отдай их. Ну надо же, в зубах что-то застряло. О, и как я раньше не догадалась. Зубная нить, идеальный помощник. Поехали. Эй, а ты кто еще такая? Ваша спасительница. О, ты чего? Раз, два, три. Ну вот, а я так к ней привык. Идеальная улыбка готова? Да! Двигаемся дальше. Отлично, я на верном пути. Ну, как насчет музыкальной паузы? Время веселья. Хм, как странно, я ничего не слышу. Признаться, я давненько не чистила уши. Может быть, ты поможешь мне? Я веду репортаж из самой гущи событий. На каждом шагу меня подстерегает опасность. Похоже, без ушных палочек здесь не справиться. Супер, но это еще не все. Он был где-то здесь. Бинго! В таких делах антисептик не помешает. Чистые ушки, я иду к вам. Этому месту нужен свой герой. Я готов к этой миссии. Активировать лазер. Годится. А теперь уберем весь мусор. Hasta la vista, baby. Ух ты, получилось. Ну и вонь. О-оу, ситуация вышла из-под контроля. Уверена, что найду здесь что-нибудь подходящее. Пинцет, то, что нужно. Прощайте волосы в носу. Привет. Что такая девушка делает здесь одна? Извините, что порчу романтику. Оп. О, меня вырывают. Да сделай же что-нибудь. Эй, ты, а ну отпусти мою девушку. Упс.
чтобы я тебя здесь больше не видел. Поняла, ты мой герой. О, ничего. А что если использовать другой метод? Сначала нужно расплавить воск. Я помогу. Но было что-то еще. О, точно! Где там мое любимое мороженое? Почему бы не подкрепиться? Ой, мозги леденеют. Теперь все готово к работе. Приступим к восковой эпиляции. Я справлюсь, я точно справлюсь. Да, я еще и не так могу. Ба-бам, понимаешь? Вот они, систер. Мы должны от них избавиться. Вперед. Ку-ку, голубки. Нет! Ну и кто здесь круче всех? Конечно же я. Упс, так не пойдет. Нужно сделать правильный выбор. Что из этого мне подойдет? Это? Нет, а может быть вот это? Да, бритва – отличное решение. Фотоэпилятор тоже пригодится. Привет, дружище, ты готов к битве? Еще как, пора показать им. Кто тут главный? Прощайте волосы, скучать не буду. Вы разбудили во мне зверя! Я! Вот это я понимаю! Мои когти! Ла-ла-ла-ла-ла! Свежесть летнего луга! Класс! О-оу, Хьюстон, у нас проблемы. Не ногти, а целая катастрофа. Ага, сейф был где-то здесь. Ну, здравствуй, дружище, ты-то мне и нужен. О, я немного волнуюсь. А вот и он, суперфрезер. Сделаю самый крутой маникюр. Вот так. Ты чувствуешь этот запах? Да брось ты. Привет, красотки. Я пришел за вами. Не бойтесь, больно не будет. Кричите, кричите. Ну надо же, какая красота. Перфекто. Какой бы цвет выбрать? Лиловый или красный? А может, желтый или золотой? Ребята, помогите мне выбрать нужный лак. Я очень надеюсь на вашу помощь. Пишите скорее комментарии. О, спасибо, друзья. Возьмем красный. Ух ты, какой сочный цвет. Отлично, теперь твоя очередь, Харди. Так точно, Пудинг. Приветики. Вы готовы к экспериментам? Чи-чи-вау! Отпадный маникюр готов. А теперь разберемся с волосами. Красивая прическа – залог шикарного образа. Эта прядь такая непослушная. Ну же, давай, приглаживайся. О, а что если? Почему бы и нет? Сейчас мы мигом все исправим. Пару пшиков и готово. Ну вот, уже лучше. Где мой выпрямитель волос? Отлично, погнали. Ребята, как вам мой вайб? Это немыслимо. Ну что за манеры? Не поймаешь, не поймаешь. А ну стоять! Кому сказала? Последний раз предупреждаю. Ну вот, не вышло. Придется отрезать. Ня-ня-ня-ня-ня. Лузер. На помощь кто-нибудь! Иди сюда, маленькая вредина. А сейчас немного волшебства. Ну, как вам моя прическа? Вот это круть! А что у нас дальше по плану? Мейкап! Без бьюти-бокса здесь не обойтись. Это будет грандиозно. Внутри столько всего интересного. Ух, мне уже не терпится начать. Шаг номер один. Подчеркнуть глаза. Для этого отлично подойдут розовые тени. Затем рисуем графичные стрелки. И куда же без любимых блесток?
Красивые брови – половина успеха. Рисуем мягкую форму. Вот так. А милые сердечки добавят образу романтичности. Аккуратно растушевываем границы и добавляем золотой контур. Милота, да и только. Завершаем макияж ягодной помадой. Готово! Чичи, вау! Я такая красотка! Мы на финишной прямой. Осталось подобрать одежду. Посмотрим в шкафу. О, как странно! Откуда эти веревки? Ой-ой! Ауч! Вот беда! Ребята, помогите! Какое платье мне выбрать на выпускной? Это или это? Розовое? Окей. Ну просто космос какой-то. Ребята, спасибо вам за помощь. Без вас я бы не справилась. Пора на выпускной. А вот и снова я. И королевой бала становится... Ого! Фантастика! Эй, а как же я? Возмутительно. Мелани Джонсон, наша новая королева! С ума сойти! Но она не может быть первой! Разойдись! Кажется, я влюбился! Я просто счастлива, спасибо! Да это же суперкот! Мелани, у меня для тебя предложение! Ты станешь моей леди Баг! Конечно же, да! Объявляю вас мужем и женой. Чичи, вау! Жених может поцеловать невесту. Ой-ой, мой живот! Я стану папой! Мяу! Я так счастлив, дорогая! Ого, что это с тобой? Любимая, ты станешь моей женой. Ну, надо же, какая прелесть! Поцелуй же меня скорее! Ух ты, наши детки! Мне дурно! Ну и дела! Я должна срочно все исправить! Фу, вот я и дома! Эти прыщи бьюти катастрофа! Посмотрим, что можно сделать! Ауч, это больно! Йо-йо, может, ты мне поможешь? Вакуумный очиститель пор! То, что нужно! Привет, друзья! У меня для вас свадебный подарок! Я обожаю подарки! Сюрприз! О нет, пощади наше скромное семейство! Не дождетесь! О нет, только не это! Нет! Да! Hasta la vista, baby! Ну, просто фантастика! Попробуй удалить их пинцетом! Неплохая идея, Тики! Ну и ну! Непроходимые джунгли! Это работа для профессионалов! Раз волосок, два волосок! Отличная работа! Паук! Фу, какая гадость! Да уж, стало только хуже! Йо-йо, я без тебя не справлюсь! Триммер для носа. Идеальное решение. Для начала оценим масштаб катастрофы. Волосы, грязь и огромная паутина. Активировать лазеры. Вот так. И еще немного. Да, вот это я понимаю. Работа, профи. Фух, кажется, мы справились. Чудесно! Погодите минутку! Неужели это мои зубы? Какой сегодня чудесный денек, не так ли? Ох! Ну и вонь! Надеюсь, что зубочистка с этим справится.
Привет, мистер. Время для чистки. Ты не знаешь, с кем связалась? Не попала. Не попала. Вот тебе. Сломалась. Вся надежда только на йо-йо. Ух ты, какая милая штучка. Зубная капа для отбеливания зубов. Добавим зубную пасту. Полоску клубничной и черничной пасты. Что это за жуткое место? Эй, я тебя знаю. Тут такое дело. Взгляни-ка сам. Признаться, я себя немного запустил. Ну что ж, мы это исправим. Самое время для водных процедур. А я помогу с чисткой зубов. Ну надо же, сколько грязи. Вот так, и еще чуть-чуть. Ай, какая свежесть. Голливудская улыбка и свежее дыхание. Запомните, ребята, чистота – залог здоровья. Ну где же моя невеста? Надеюсь, у нее веская причина для опоздания. Да это же кот! О, пальцы совсем не слушаются. Упс, а вот это уже пугает. Привет, кот. Может быть, сходим с тобой на свидание? Отцепись ты. Воу-воу! Это никуда не годится. Ю-ху! Салют всем ноготкам! Эй, прекрати! Ты нарушаешь мои личные границы. Ах так? Вот тебе, получай. Ауч, я так не играю. Ума не приложу. Что же мне делать? Держи, Леди Баг. Тики, ты моя спасительница. Привет. Не меня ждешь? Что? Нет. Поверь мне, будет весело. Я не хочу на это смотреть. А теперь моя любимая часть. Прекрати. Перфекто! Идеальный маникюр за пару секунд. Какой бы лак выбрать? Друзья, нужна ваша помощь. Какие цвета выбрать? Эти или эти? Ау, черный и красный. Красный цвет мой самый любимый. А теперь немного порисуем. Это будет круто. Ого, какая красотища! Леди Баг маникюр готов. А какой маникюр выглядит лучше? Его уже не спасти. Хорошо, что у меня есть еще один телефон. Алло, дорогой. Скорее! Хорошо, хорошо. Что за вот невезенье? Нужно срочно прочистить уши. Сюда и вот сюда. Эй, чужакам здесь не рады. Получай, громила! Да! Ну и ну! Столько серы! Никуда не годится! С меня хватит! Пора принимать решительные меры! Вызываю на помощь ватную палочку! За работу, подруга! Я пришла разобраться с тобой! Посмотрим, кто кого! Тебе не сдобровать! Ого! И это чистая победа. Кто круче всех? Конечно же я. Оу, приятного мало. Зато ушки сияют чистотой. Пора бежать на церемонию. Не так быстро, Леди Баг. У тебя ничего не выйдет. Бам! Мои волосы! Тебе очень идет. И вовсе это не смешно. Эй, так нечестно! Привет от малыша! Да! Вот беда! Попробую старую добрую расческу. Мне уже не терпится кого-нибудь расчесать. Это так успокаивает. Настоящий релакс. Ой-ой, кажется, я запуталась.
Ауч! Вот так дела. Должен же быть способ. Йо-йо, вперед! Леди Баг суперспрей для волос. Распутает непослушные волосы. Ну надо же, это просто возмутительно. Ну вот, теперь я чувствую себя на миллион. Чуть не забыла свои любимые бантики. Вот так. Спасибо за помощь, подруга. Последний штрих – фата. Эй, кот! Что? Это не то, что ты подумала. Ой! Кия! На чем мы остановились? О, вы готовы к свадебной церемонии? Теперь точно да. В таком случае вы женаты. Сейчас мы увидим нашего малыша. Я так волнуюсь. Добрый день. Начнем осмотр. Так, так. Кто же у нас внутри? Привет, малышка. Мама и папа скоро с тобой встретятся. Какой сладкий малыш. Пора обедать. Ути-пути, малышка. Ой! Что это с ней? Я не знаю. О, сигнал СОС. Вперед! Эй, подожди меня. Я не могу так быстро. Вот мы и на месте. Кому тут нужна наша помощь? Да уж, у меня мурашки от этого места. Здесь жутковато. Йо-йо наготове. За мной, леди Баг. Там кто-то сидит. А может, это ловушка бражника? Есть только один способ узнать. Wednesday Adams? Салют! Поздравляем с прибавлением! Так это был сюрприз? Точно! Вы нас раскусили! Сейчас я взорву ее! Ну что там у тебя? Шевелись, бэтбой! Один момент! Но сколько же можно? Привет, киса! Маскировка на 5+. Это будет бомбично! Да ладно тебе, бэтбой! Обойдемся без салюта! Ребята, пора отведать торт! О, а меня как раз тянет на сладкое! Так чего же мы ждем? Отрежем кусочек! Давай же, чего ты медлишь? Эй, у меня же есть еще одна хлопушка. Да! О, нет, только не это. Упс. Я в полном порядке. Ну и что это было? А, знаете, мне уже пора идти. Китти сегодня какая-то странная. Так на чем мы остановились? Я знаю, дядюшка Дракула. Это было унизительно. Мне срочно нужен план похищения Леди Баг. Это точно должно сработать, да? Берем веревку и Леди Баг. Связываем ее и кусаем. Да я просто гений. Добро пожаловать на курсы молодых родителей. Урок номер один. Смена грязного подгузника. Ну уж нет, это слишком реалистично. Спасибо за все, но мы лучше пойдем. Вернитесь на свои места, живо. Сменить подгузник проще простого. Всего пару движений. Ну надо же. Вуаля, чистый малыш, счастливый малыш. Теперь очередь суперкота. Я готов. Респиратор, защита, осторожность не помешает. Ну-с, приступим. Милый, а ты уверен? О да, еще как. Не получается, подгузник застрял. Это непрофессионально. Соскучились по мне? Оу, какая неловкость. Что это? Грязный подгузник? Фу! Ну и ну. Попробуем еще разок. Дорогой, давай лучше я. Ага, глобус. Это то, что нужно. Перфекто. Ну, держись, Леди Баг. И вот так.
Чи-чи-воу! Подержи малыша, папуля. Всем привет, я здесь новенькая. О, чудесно. Вернусь через секунду. Вот видишь, ты отлично справляешься. Вау! А вы уже решили, как назовете малыша? Дайте-ка подумать. Нет, не решила. На помощь! Тише, малютка. Ну вот, малыша снова надо пеленать. Эй, где все? Ребята, а вы не знаете, куда пропала Леди Баг? Ее похитила вампирша? Спасибо за помощь! Где я? Что происходит? Какое странное место! Так-так, похоже, это вампирское логово! Какая ты догадливая! Замолчи сейчас же! А теперь пообедаем! С тобой одни проблемы! Привет, малышка, ням-ням. А ну, стоять! Попробуй поймай. О, суперкот, я так проголодалась. Скорее, нам нужно уходить. Ты спас меня, мой герой. Эй, что это было? Нет! Довольно приготовлений. Пора есть. Получай, кровопийца. Вот насмешил. Ай! Как больно! Иди прочь! Ты видел? Она меня укусила! И это было прекрасно! Друзья, помогите нам получить второй шанс! Я должен все исправить! Класс! Спасибо! Мазила! Да как так? Иди прочь! Ты видел? Она меня укусила! Да как она посмела тронуть мою малышку? Да ладно тебе, не кипятись! Мамочка, нам пора! Спокойствие, только спокойствие! Милая, держись, нам пора в роддом! Вот умора! Ой, какое странное чувство! Эй, подождите меня! Ну разве она не чудо? Эй, кто-нибудь, мне нужна помощь, срочно! Да что же это? Что? Вампир! Не подходи, я вооружена! Тише, мэм. Опустите чеснок и колья на пол. Ил, гадость! Пожалуйста, не кусайте меня. Мне нужно УЗИ. Что? Я вообще-то беременна. О, так бы сразу и сказали. Расслабьтесь, мисс вампирша. Кажется, малышке не хватает еды. Просто прелесть. У мамочки есть идея. Ауч! Не очень-то любезно. Да? А малышке, похоже, нравится. Спасибо! Это моя девочка! Мне нужно УЗИ! Опустите чеснок на пол! Да это же Дерек! Так, все будет хорошо! О, цветы! Какая прелесть! А что это у тебя с животом? Тут такое дело, я беременна! Беременна? Так, я спокоен! Ну, пока! Стой, я все объясню. Что ж, я слушаю. Как это произошло? Я всего лишь укусила беременную Леди Баг. Ну да. Я не вру, честное слово. Я люблю только тебя. Окей, сейчас принесу что-нибудь вкусненькое. Кажется, все прошло отлично. А вот и я. Держи кровавый фреш. Что-то не то. А как насчет чеснока? Ты, наверное, шутишь. Okay. Ладно, я сейчас. Вот твой чеснок. Этот запах просто жуть. О, вау! Вот вкуснотища. Фух, приятного аппетита. Пожалуй, лучше добавить взбитые сливки. Белиссимо. Она что, это серьезно? Спасибо, любимый. Я так тебе благодарна. Упс, с кем
Не бывает. Ах, Эдвард, зачем ты вышел на солнце? Доставка пиццы. Вот спасибочки. Чесночный соус. Оу, ну и ну. Ты еще не знаешь меня в гневе. Отстаньте, мисс, я всего лишь курьер. Да это же череп. А ну, просыпайся. Вампир! Ого, кажется, схватки начались. Как же больно. А ну, с дороги. Ох. Эй, аккуратнее. Без паники, я смогу помочь. Спокойствие, мисс, я проходила курсы медсестер. Дышите глубже, вдох, выдох. Дышу, я дышу. Оп, поймала. А вот и наша малышка. Ауч, отстань. Моя радость, вся в маму. Апчхи! Что это? Клыки? Это какое-то недоразумение. Ай! Ну и ну. Алло, это скорая? Срочно сюда. Куда это ты, парень? Мы еще не закончили. Оу, да это же папарацци. Леди Баг, суперкот! Расскажите, как вам удалось поймать бражника? Ну, отличный момент. Ты выйдешь за меня, любимая. Чичи, вау, конечно же, да. О, я сейчас расплачусь. Это так мило. Ух ты, ну просто прелесть. Довольно. Ай, ты чего это? Мое сердце принадлежит другой. Я согласна. Вот это поворот. Снимай невесту. О, да. Скажите, мисс, как вы познакомились? Это была любовь с первого взгляда. Что? С ума сойти? Я этого не вынесу. Почему он так поступил со мной? Мы же были так счастливы. Свадьбу сыграем здесь, а медовый месяц проведем в Трансильвании. Глазам не верю, кота словно подменили. Все в доме напоминает о суперкоте. Зачем же ты лгал мне о своих чувствах, если любил другую? О, мое сердце разбито. Ил, вот гадость. Кот, ты здесь? Мурмяу. Ну вот, у меня уже галлюцинации. Неужели это все в прошлом? Ого, ну надо же, вот так удача. Бесплатные вкусняшки. А, как ты там оказался, котик? Хочешь шоколадку? Не-а. Мне нужно кое-что другое. На помощь! Ух ты, неужели это мне? Хороший котик. Прошу вас, не ешьте меня. Ты заслужил угощение, котенок. Хочешь этот сочный бургер? Да! Тогда возьми его! Кошка в клетке! Ауч! Вот недотёпа! Пора ужинать! Нет, пощадите! У нас срочные новости! Неизвестный юноша в костюме кота похитил человека! Вы только взгляните на эти леденящие душу кадры! Что-то тут не так. А, да это же суперкот! Я должна его увидеть. Надеюсь, я не опоздала. Бинго! А вот и конфетная ловушка. Ой, мамочки, суперкот! Скорее в укрытие. Ну и ну. Раз конфетка, два конфетка. Нужно его отвлечь. Ага. Давай, дружок, не подведи. Что здесь делает этот грызун? Ну, держись у меня. Есть. Теперь твой выход, красотка. Надеюсь, это сработает. А вот и новая добыча. Ага, попалась. Вероника будет довольна. Постой, суперкот. Это я, Леди Баг. Помнишь меня? Помнишь нас?
Леди Баг? Мы так любили друг друга. И правда. Что за чушь? О нет, мой кулон! Занятная безделушка. Суперкот, постой! Ути-пути. А, это ты? И не с пустыми руками? Какое странное чувство в груди, будто что-то покалывает. Я люблю тебя, Леди Баг. И я тебя, Суперкот. Отдай мне этот кулон. Суперсила Леди Баг теперь у меня. И нужно надежно ее спрятать. Здесь ее точно никто не достанет. А что там насчет еды? Это тебе, любимая. Приятного аппетита. Да ты издеваешься? Прочь в свою клетку, ты наказан. Как скажешь, Вероника. Посиди в уголке и подумай над своим поведением. Слушаю и повинуюсь. Да это же мой кулон. Я просто обязана его вернуть. Окей, Гугл, как победить вампира? Солнце, серебро, осиновый кол и чеснок. Бинго! Настало время действовать. У вампирши нет шансов на победу. О, это будет круто! Йо-йо из чистого серебра. Перфекто. Сдавайся, кровопийца. Кия-кия! Спокойствие, Маринет, ты справишься. Отличное сцепление. Чесночная антивампирская пушка готова. Осталось добавить патроны. Ну, держись, Вероника. Активировать пушку. Получай. В яблочко. Не просто было найти осиновые колья. Но ради победы я готова на все. И не стоит забывать про самооборону. Говорят, вампиры очень сильные существа. Кавабанга! А это тебе за мою суперсилу. А это за суперкота. Будешь знать, как воровать чужих женихов. Доставка пиццы, мисс. О, вы как раз вовремя. Я здорово проголодалась. Пока-пока. Пепперони. Стоп, у меня совсем нет времени. Теперь-то я точно готова к схватке с вампиром. Оружие наготове, боевой дух на высоте. Вперед, Маринет! Логово вампирши кишит опасностями на каждом шагу. Но смелая Маринет готова на все. Я на месте. Тут наверняка полно ловушек. О, ну что я говорила? Двигаемся дальше. Упс! Ну и ну, чудом пронесло. Но меня этим не испугаешь. Воу-воу, как горячо! Куда же мне наступить дальше? Ребята, помогите! Напишите в комментариях, что мне выбрать, череп или сердечко. Ого, большое спасибо! Фух, получилось. Пора забрать то, что мне принадлежит. Нужно быть очень аккуратной. Да это же тот самый сейф. В нем лежит мой кулон. Задело? Я так долго ждала этого момента. Стоять. Суперкот. Это же я, Леди Баг. Ты воровка, и тебя надо проучить. Ауч, больно вообще-то. Это только начало. О-о, успокойся, котик. И не подумаю. Остановись, прошу тебя. Прощайся с жизнью, воровка. Ну, а как насчет молока? Молоко? Что это такое? Пей, котик, пей. Как странно. Ну как? Бывало и лучше. Только не это. Остановись, кот, сейчас же. Ну и что ты мне сделаешь, а? Я... Иди я. Что за дела? Ауч, моя голова. Я так рада, что ты вернулся. Любимая. Помоги мне вернуть мой амулет. Здесь нужен пароль. Вот бы узнать, какой. Пароль?
Ребята, помогите мне вспомнить пароль от сейфа. О, точно! Летучая мышь, молния и сердце! Чичи, вау! Ребята, вы лучшие! Привет, кулончик! Как же я скучала! Ура! Леди Баг вернулась! И готова к финальной битве! Что здесь забыла? Букашка! Я пришла проучить тебя, Вероника! Это мы еще посмотрим! Вот! Ну, держись! Ой, только не клетка! Какое жалкое зрелище! Получай, злюка! Серебро! Оно самое! Моя рука! Ты разбудила во мне зверя! И этому зверю пора на покой! Ой-ой, как страшно! Да? А что ты теперь скажешь? О-о, мамочки! Получай по заслугам! Нет! На изи! Фу, это еще не конец! На помощь! Друзья, помогите мне открыть эту клетку! Ставьте скорее свои лайки! Да! Удар дзюдо! Суперкот, ты спас меня! А что же нам делать с мисс Лузершей? Ой-ой, вовсе это не смешно! О, соцсигнал! Пора спасать мир! До встречи, Суперкот!